Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Вообще у нас финальный обед. Пельмешки. Да, Вовка вредничает. Так, дай мне майонез, пожалуйста. Так, у нас сегодня, короче, пельмешки, салатик быстренько стругали. Овощи остались. И у меня вот здесь вот кокос. Напоследок. А напоследок ее. Ты кетчуп добавлял? Не будешь добавлять? Мазик. Так, в общем, все сделали, все сложили. Пельмени, он настругал этого салатика. Лепота, красота. В общем, все отлично. Так хорошо. Ну давай, за все хорошее. Это у нас сок. Открыл для себя, знаете, сок с минералкой. Вообще прикольно. Содовый. Очень вкусно. Свежевыжатый. Ага. И тут мы когда брали еще в этом, в безлимитке. Ну как ты? Угу. Что, нормально получилось? Кима сегодня... Кима сегодня молодцы-то, все успели. Больше у нас все продумали. Что он там повисал? Тинько. Всякие банки. Требует вернуть кредит. СМС пришла. Да денег нету. Всем его отдавать. Чего? В принципе, вот сейчас, кстати, нормально, все чистенько, все раскидала, всю посуду. Если не считать пакетов. Там на этих пакетов, видишь, сколько. У нас, как всегда, за эти пакеты с пакетами. Сейчас нормально хоть поедим по-человечески. А то в прошлый раз, помню, это сидели БПшками питались. Ой, этот раз хоть нормально. Пельмешки. Салатик. Выключил ломаю кокос. Целый мазика, прикиньте, на месяц хватило. Сложнее. Может, подумать, иди сюда. Что-то я кокосы, кстати, под конец стала есть. Плохо. Что он меня снял? Че? Уже. Приедается все. Ну, конечно. Пельмешки прям на землю. Прям за... Вот так. Горяченькие. Спасибо Денису. Кстати. Да. Сейчас надо еще обувь сложить. И все. Купили у меня сейчас носки за 30 бат. Поеду у нас как? Он говорит, у нас там нижний вообще 9 градусов. Что-то сейчас это тоже смотрел, там вообще прохладно. Манго сложили, положили, чтобы не забыть. Четыре минуты прошло. Лук уже пельмень доедает. Скоростное поедание. Ноутбук я убрала, все. Я больше не прикидывать, монтировать, ничего не буду. Ругается на меня. Ворчит, нервничает. Что сейчас мне мам будет? Да, буду. Работа превыше всего. В аэропорту не будешь. Че это не буду? Дома. До тех пор, пока в зону дьюти-фри не выйдешь. Че это? Че это? Фигали. А что мне в аэропорту не поснимать? Хотя времени мало, чтобы прийти. Ой, быстрее. До 12, главное, пройти, все. До меня. Успеем до 12.
Надо 12 успеть пройти. А то кореть превратится в тыкву. И с нас будет 1000 бат. Я думаю, просто обновляюсь. Прям рада, что мы сегодня покупались. Сейчас такой массаж мне сделали. Кайф. Девочка, она прям, знаете, садится и вот так вот читает молитву такую про себя быстренько и делает массаж. Обалденно делает. Все так делают. Да, не все. Крайне редко кто. Я только двух помню. Ты просто не умеешь. Не будет пользы. Сейчас какой-то сытенький. Поедем. Все, сливы и давай. Сейчас надо посуду помыть. Это как-то не очень красиво оставлять. В принципе, все чисто и комфортно. Все хорошо. Все разобрали. Все, ты в этой майк поешь. А потом просто накинешь, да? Ту эту кофту, да? Все. Я тоже майк достала. На что? У меня в этой кофте будет лежать кошелек и деньги. И телефон. Хочешь, давай ко мне? Дело твое. Водичку с собой. Бутылку воды надо взять. Воды, видишь, кстати, в аккурат хватило, да? Ну, все. А сейчас из бутылки он тоже доливала. Там 6-литровка снизу стоит. Прям реально аккуратно. Я боялась, что воды останется много. Нифига. Вкусные пельмени. Домашние. Мы же к домашней еде привыкаем. Нет, хорошая была поездка. В этот раз прям, знаете, очень такая комфортная, спокойная. То есть какая-то такая расслабляющая. В прошлый раз нервозности было очень много. Погода была плохая. А в этот раз прям нормально. Бегай. Спасибо. Неужели? Нет, ты дыды. Сам такой. О, кстати, дай мне ложку, пожалуйста. Облей ее, брата. Самую острую ложку. Ковыряю кокос. Какая самая острая? Твоя или моя? По-моему, моя. Вон там поставь. Ля-ля-ля. Кушай, кушай. Я, кстати, твое осталось. Ну, чтоб полет прошел хорошо. А чекушка мне все-таки купил. Да. Сейчас. Трубы ж надо это поправить. Горят. Ой, правда. Эх, главное не обоссаться по дороге. Без остального. Опа! Опа-опа. Не, вот это, кстати, мало мякоти. Значит, мягкий. Слышь?
Давай, допивай. Чё, я-то? Я обоссался. Чё, Боба? Обоссался. Так, ну-ка. О, да, он мягкий. Нормально. Сейчас мы его разговариваем. А давай арбузик слушай. Чтоб точно наверняка случилось. Please stop, please stop. А я поняла, почему ты типа говоришь, что не буду я там снимать. Шутка. Будешь бегать там, блин. Тебе только дай волю. Убежишь и ищи тебя. Да, ну теперь. Ну как я тебе говорю, вот. Да, я побежу. На. 3840. А, это все вместе с клинингом? Ну, нормально. Я тебе говорю, ты неправильно посчитал. Да, где-то я, видать, допустила ошибку. Здесь 9 кубов. 9 кубов? Да, не 89. А, ну, нормально. И сколько там в итоге? 3840. Сколько у нас тут получилось? Это электричество? 2400 электричество. Это самое дорогое. Да, и вода 360. Ну, мы готовили здесь. Мылись часто. 9 на 40. Конди гоняли. Клиник 1000, да, вот 3800. То есть, считайте, 2800 на все обошлось. Вода сколько? 360 бат. 9 кубов. А мы здесь как это, как едут полоскуны? У нас почти целый не было. Ой, да ладно. 1100, да. Дорогое. 400. Ну, мы гоняли 2 кондея. Да, 2, когда один. Но он, видать, это не энергосберегающий. А, будто они тебе здесь еще и так сопрягающие. Так вот. Что я типа? Все, ок. Ок. Все хорошо. Ждем состав. Сколько там? 240. 3840. У тебя нет мелочи? Вот всю мелочь разбазарил. Все хорошо, ждем состав. Только желательно без мелочи. Или пускай себе оставить. Хотя, или в нашу сторону округлить. 3844. Сколько мы тут всего? Нам сколько? Ой, смотрите, какой плюс. Так, а там у нас было 15, осталось. Да. Это уже с уборкой. Ну вот, 11 стоит 50 такая, это нам удастся, да, и все. Угу. Что, бумажку надо? Тебе и на с отцом, и на все хватит. Ага. Говорю, выходил сейчас Иван с отцом пить. Он говорит, нет. Да. Нет. Я тебе говорю, у тебя вдохи отнимут. А если будет в пакете дюти-фри... Да как отнимут? Я хотел чемодан брать. Зачем? Так же по. Да или вы своими выписками. Прям обалдеть, сколько я заработал. Ну, такое убивать. Все. Какой сейчас грызло. В общем, 3800 у нас все получилось. Это вместе с уборкой. Я что-то как-то неправильно посчитала. Ты неправильно посчитала воду. Да. Там вышло 10 кубов. А электричество правильно. Электричество, да. Кстати, там по 6 бат. По 6 бат? Да. Как ты считала? То есть по 6 бат. У нас получилось 414 киловатт? Да. А ты что не хуже браун-то? 10 бат стоит. Одна. Ты видишь, что ты... Я понял, как ты считала, почему у тебя вышло 8-9. Ты неправильно посчитала. Воду? Да. Мне странно 8-9 кубов потратить. Мы там часов не брали. 8-9 кубов. Мы дом-то. Нам просто округлил. У нас горячее. Горячее, холодное. Уходит. А то постоянно туда. 10-12. Ну. А я тут 89 посчитал. Свято. 89 кубов. Сколько надо? Это бассейн душу наполнял. Если бы у тебя джакузи была, да? Прошечки. Ой, блин, так классно сегодня купаешь вообще. Я прям, знаете, легла на воду,
Прям кайф вообще. Словила. Прям кайфуша. Подвели итоги. Можно сказать. Всё. Я наел. Да, все время всех целуем. Хочу собираться. Вовы прощался. Всем спасибо. Надо ставить лайки. Обязательно смотрите следующие выпуски. Самое интересное. Впереди. Пока-пока.